Хей, йоу! Всем привет, друзья! С вами снова Спайк, со мной сегодня Леон и Гуля, и сегодня у нас будет пила 999 в Майнкрафте. Всем привет! Всем привет, друзья! Всем привет! И сегодня, в общем-то, нас будет испытывать вот этот господин пила, фокус, Боря, так сказать, да. Ну, что? Он будет нам тупо мстить за то, сколько мы его троллили, за все вот эти вот видосики, там, троллинга богача, троллинг, там, бомжа, троллинг вообще кого угодно. Ух, ребят, сегодня, мне кажется, мы вообще жестко за это поплатимся, честно да. говоря. Сегодня... Сегодня фокус покажет максимально, что он может. Короче, да, он нам сделал какие-то просто нереальные ловушки, и у нас только одна жизнь. Если мы не пройдем, то все. Ну, это будет все, конец, до свидания. Ну, тут нечего сказать больше. Вот. Если вам эта рубрика зайдет, то обязательно, обязательно поставьте лайк прямо сейчас, вот, и напишите в комментариях, в общем-то, какие еще рубрики сделать из такого троллинга, то есть, что вам больше нравится, когда нас троллят, или мы когда кого-нибудь троллим, вот, ну и все, давайте, наверное, начинать, погнали нам сюда, да, получается, тут решеточка, наверное, да. Так, ну что, ребята... Что-то уже страшновато, если честно. Мы, короче, в доме каком-то. Мы в каком-то доме. Так, ну что? Я вижу сундук и пульт. Здесь пульт от телека. Ага, ага. Вот, короче, походу вот это. Тут, огонь. Подождите. А тут, меч. Смотрите, тут каналы какие-то есть, можно типа переключать. Так, да. Огонь и меч. Что это значит? Не знаю. И смотрите, он написал: «Хм, если вы будете по моему усмотрению медленно проходить испытания, я уменьшу вам ХП». Блин, это плохо, кстати. Да. Так что давайте реально поторапливаться. Так, смотрите, в общем-то, вот наш господин пила. Пультик, ну что, мы оставляем, забираем, не знаю, наверное, не нужен. Так, что у нас тут есть? Погнали на первое испытание, смотреть, что у нас. Погнали. Так, тут босс, тут у нас, короче, три босса. И смотрите, три прохода. Три прохода. Ага. Типа, мы должны их завалить, получается? Только, блин, у нас же ничего нет. У вас есть оружие какое-нибудь? Нет. Нет, вообще ничего. Блин, тест на выносливость и удачу. Да какая тут удача? Ну, это ладно. Это просто их заспавнить? Ну, я так понял, что да. Блин. Может, пока не будем спавнить? Давайте обыщем, может быть, тут как-то, типа, может, какой-нибудь сундучок, что-нибудь. Не? Там же было по телеку, типа, огонь и меч. Может, в окне где-то здесь что-нибудь есть? Рычаг какой-нибудь? Возможно, кстати, хорошая подсказка. Блин, надо только потрапливаться, а то если сейчас мы тут будем долго возиться, у него же вон камеры здесь, он нас, по идее, видит, и он нам может хпшку уменьшить. Подождите, а если вначале посмотреть? Ну, кстати, вроде ничего нет здесь. Да нет, тут пусто. И больше нигде ничего нет, да? Ну да. Блин, капец. А в чем тогда прикол подсказки? Давайте еще раз посмотрим. Так, давайте. Ну-ка. Огонь, меч. Да это 100%, типа оно, я не знаю. Где-то должно здесь быть. Где-то? Ну тут нет ничего, не знаю. Так. Давайте, может, его потушить. Че, нашел? Да. Я не знаю, как ты смотрел, но в камине реально есть. Вот ты левее, прижмись левее. Так. И прямо нажимай, короче, там. А, нашел! Меч. Давайте, берем. Так, я два взял, у кого я забрал. А, вот, держи. Так, ну давайте, тогда по одному, наверное, будем спавнить. Давай. Так, ну давайте, ставлю. Опа! Это у нас какой-то... Ну, он какой-то слабый был. Мне кажется, мы бы его руками завалили, не? Давай следующего. Да. Так, я ставлю. Так, ой, это как-то... Ой! Она, аккуратно! Она меня в огонь откинула! Фига, она кусается! Тихо. А вот это реально, кстати, жестко. Так, давай, ставь. Запускаю, бам. Так, это мумия, походу. Мумия, да, причем огромная очень. Так, валим. Все, у нас есть три рычага. Ну, давайте ставить. Какую комнату будем открывать, я не знаю. Так, наверное. Нужно выбрать еще. Ну, я так понимаю, что нам нужно какую-то, да, одну выбрать. Ой! И идти. Ну, блин, что-то тут стремновато немного. Чё, типа... в это пойдем? Ой! Подождите, нет! Подождите, тут ловушка. Нет, точно не это. Тут ловушка и... О, я, кажется, нашла. Я куда-то упал в какие-то невидимые блоки, но, блин, слава богу, меня не завалило ничего. Так, ты уверена? Ну, я не знаю, что за дверью. Ну, давай откроем. А, да, походу прошли. Выход! Вот, нам нужно сюда, и нам нужно код найти. Ой. Так, ну-ка, погоди. Что? Там... Чего? А, он тут! О, капец!
И, ну, это, знаете, это не самое страшное, вы наверх посмотрите. У нас, а походу, какой-то там лава, там время у нас какое-то ограниченное, может быть. Или типа того. Я надеюсь, что она не польется. Так, советую разлить воду в дырки. Я бы сказал, так, даже в отверстие. Ты уверена, что разлить? Ты уверена, что ему можно верить? Долго вы... Опа, он нам сердечко уменьшил, видите, на два. Да. Подожди. Давайте быстрее идти думать. В книжке написано, советую разлить воду в вот этой дырке. Блин, ну я не знаю, вы уверены? Нам первая подсказка очень помогла, на самом деле. Да блин, тут, тут лава же везде. И если что, нам бы вода пригодилась. Ты уверена? Ну ладно, ладно, окей, давай так сделаем, пофиг. Так, нам, вероятно, сюда. Подожди, стены съезжаются, раз, стены съезжаются. А, они двигаются, смотрите! А что это сейчас было? Стены двигаются, вот это справа! Чё за бред? Так, давайте быстро все обыскивайте. Я еще нашел пульт. Всё, ищем. Так, погоди, может в телеке опять... Да, смотрите, листва... Листва и картины. И картины, да-да-да, листва, смотрите за листвой. Невидимая листва, сундук вижу. За картиной что-то, но тут ничего нет. А, карточку нашел, за картиной ничего нет, ты уверена? А, я нашел, есть, вот проход какой-то. Так, она двигается, блин. Нет, проход никуда. А, вот, сюда можно карточку. Так, погоди-ка. А тут что? А там может открылось что-то, открой. Да, походу. Иди, смотри, быстрее, стена двигается, блин. Закрылась. Я нажала рычаг. Что нажала? Рычаг? Дверь холла открыта. Давайте назад. Блин, тут уже все, она двигается, ё-моё. Так, дверь... Вот сюда, вот тут было закрыто, 100%, вот тут. Жесть. Так, мы сюда не можем, я так понимаю, пройти. Ага. Так, ну пойдемте, что тут, вот сюда можно сходить, не? Получается, на первом этаже. Да. Ой, тут кто-то... Ой! Анна, аккуратно, подождите. Дайте я его завалю сейчас, чтобы мы друг друга не били. Тут ловушка, и тут какой-то чувак был. Но это не пила был. Это какой-то другой чувак был. Ха-ха, время играть. Да, конечно. Играем уже. Блин, капец. Тут еще три таких. Так, давайте, ребят, аккуратненько. А что рукой-то меч? Жесткий какой-то. Да вообще. Так, это походу их, знаете, какая-то комната, где они тут издеваются над кем-то, я не знаю. Какая-то жесть вообще у них творится. Ну, тут денег нет, это вода. Может, на ведро пилиться? Ну, можно взять, да, без эффектов, можно взять. Да, очень какая-то странная комната, честно говоря. Тут какие-то испытания не проводят, наверное. Да. Ну, с них ничего не выпало вроде. Не знаю, что, мы обратно идем, получается? Да. Вроде с них ничего не выпало. Ну, давайте обратно. Так. Там, получается, на второй мы уже поднимаемся? Да, ну, сюда. Ну, да, получается, да. Так, ну-ка. Тут есть бумеранг и лава. Блин, но бумерангом же не активируешь, по идее, кнопки, не? Не знаю. Нет, не активируется. Подожди, может, за картиной что-то мы пропустили? Блин, он нам сейчас опять хпшки, мне кажется, снимет. Блин, а вы уверены, что мы там ничего не нашли? Потому что... Мы что-то пропустили? С них ничего не выпало? Мне кажется, что да. Потому что с них же ничего не выпало вообще. Может, сундук какой-то или типа того. Тут ни картины, ничего. Я нашел. Сундук и стрелы. Бегом сюда. Он нам опять хп уменьшил. Да мы нашли. Все, мы нашли. Вон, под столом бери. Так. Возьмите мне тоже, мне тоже. Да. Я взял. Ты стрелы забрал у меня. Что? Стрелы? А. Так, все, я бегу наверх. Блин, у нас осталось 6 хп. Я надеюсь, он... Что, бумерангом же можно подбирать предметы. Так. А там выбрасыватель был. Да. Там получается... Я так гуляю. Держи. Да, держи. Я не знаю, сколько тебе надо. Так, нам нужно, получается, сейчас стрелами сначала попасть. Так, ну что, давайте тогда показываем мастерство стрельбы. Ой! А в меня стрела левитации попала! Подожди, лечу. Левитация. Так, тихо. Попробуйте стрельните тоже сюда. И сразу же на левитации летите. Давай, Гуля, стреляй. Все, и лети. Там где-то 3 секунды запаса остается. Да. Только в стену лучше не вставайте, сейчас в стену всосет. А подожди, тут... А, тут эндерперла есть, кстати, еще одна. Так. Опа. Блин, это такое странное реальное испытание, чисто в стиле пилы, блин. Капец. Ой, чтобы... Ой, он тут! Здесь, он так, тут. Сюда, давайте бежим от него, короче, ну его. Так, стоп, стойте, я вот это знаю, вот это я знаю, что такое.
Это, стой, это, короче, невидимые блоки, походу. Ну-ка. Это, да. Да. Но можно, подожди, можно проверять. Ну, тут типа понятно, что вот это, то есть это вот сюда. Вот здесь весь ряд невидимый, и можно прыгнуть на вон тот, получается. Ой, блин, капец. Так, этот весь, этот вторая, вот это, да? Ой, нет, ошибся. Нет, ошибся. Нет. Блин, а что стрелами-то кидаюсь? Может, ничего пригодятся? Ой, без распрыжки прыгнул, жесть. Так. Так, так, ну тут, кстати, похуже, тут просто паркур начинается. Так. Ну чё, Гуля, давай, удачи. Так. Ну, кстати, паркур вроде не особо тяжелый. Так, погодите, тут походу у нас... А, вот, что тут надо сделать. Погоди, не прыгай, Гуля, не прыгай. Сделаем, смотри, как, вот так. Как раз водичка пригодилась. Умно, конечно, вот, всё, проходим. Тут опять эти, блин, какие они стрёмные, капец, опять эти чувачки. Давай. Аккуратно. Потерь, так сказать. Без потерь прошли. Это хорошо, потому что у нас всего лишь одна жизнь. Так, куда пойдем? Наверх, вниз? Куда? Не знаю, нам нужно исследовать все тут. Сюда, ребят. Динамитики. 1-2. 1-2 какая-то записка. Да. Он нам сейчас хп снимет, походу, смотрите. Нормально, вы разогнались, но вас ждет неубиваемый... А, ну ладно, хп не снимет, окей. Так. О, хорошо, что хоть хп пока не снимает. Так, ой, это подождите, смотрите, где мы? Тут назад можно вернуться. Но я думаю, туда не пойдем, мы еще не все же обыскали, по идее. Да, нам назад, думаю, не надо. Давайте. А под лестницей... Не, под лестницей ничего нет. Давайте, да, наверх. Так. Он сказал, неубиваемый босс. Ну ок. Наверное, надо все проверить. А, и сушитель! Ну это, кстати, это фейковый. Блин, капец, отстанет меня. Это фейковый, вон тут еще какой-то... Не стреляется. Да, а подождите, ему урон не наносится? Да, он реально неубиваемый. А что с ним делать? Не знаю. Мне кажется, мы его должны как-то по-умному убить, честно говоря. Вот как Гуля по-умному сделала. Тупо залезла. Ему хп не сносится. А он все равно сталкивает. А нам обязательно его вообще валить? Ну, просто... Не знаю, давайте я думаю, ящики, наверное, обыскать вообще, по идее. По идее, да. Ящики пустые. Давайте его куда-то прикатить, а вы поищите. Тут есть отверстие вниз, но я туда не хочу идти, там огонь какой-то. Я бы не стал туда прыгать. Но у меня есть эндерперлы, я могу типа сходить, посмотреть, что там. Если что, выйду, по идее. Сходи. Но, блин, у меня хп мало, я боюсь, что... А огонь там, блин, можно потушить, я надеюсь? Ну, по идее, можно. Ну, что, попробовать? Наверное. Ну, это какой-то камин, наверное, или что? Похоже, что да. Это может даже, знаешь, что? Это может камин изначала, кстати, быть. Ну, давай попробую. Оп. Так, я потушил. Нет, это не камин изначала, кстати. И тут сундук есть. Сундук с динамитом. Does not break blocks or hurt... Опять с динамитом. Короче, динамит, который, я так понимаю, нам пригодится. Он не наносит урон игрокам и не разрушает блоки. Так, и тут зелье левитации. Я, короче, лечу к вам обратно. Давай, прилетай. Ну, я, короче, кажется, понял, как его надо завалить. Надо в него вот этим динамитом запустить. И сушитель уже замучил. Погоди. Так, подожди, Гуль, можешь ты... Подожди, куда-нибудь на место встать. Раз. Опа. Два. И три. Все, побежден. Да, динамит реально его вынес. Так, а что, с него выпало что-нибудь? Рычаг, я подобрала. А, да? Так, ну давай, открывай тогда вот эту комнату. Так, давай. Кстати, подождите, а вот то, что мы нашли бумажку 1-2, это же цифры от той двери первой, да, получается? Может быть, а может это еще. А это что? Типа... А что это? Ну это вода, по идее. Но я почти проверял. Нет, это не вода. Это не вода. Ну я сразу, кстати, так подумал, что это не вода. Так, опять какая-то комната. Опа, тут лава. А, она течет! Тихо, бежим! А, давайте быстрее! Иди сюда! А в чем прикол? Я не знаю. Что-то еще должен найти. А что делать-то дальше? Не знаю, всплывать что ли? Ну-ка, давайте попробуем. Либо мы в той комнате должны в лаве... Не, мы походу не всплываем. Или всплываем? А, да. Да, куда-то всплыли. А что это было? Фига, а оно на сколько? На минуту 40 оно еще. Так, ну ладно. У нас эти 4 хп всего. Но мы, да, уже, нам... мы уже далеко прошли. Даже задевать ничего нельзя. Да. Это, конечно, прям совсем мало. Так, оп. Ой. Давайте, аккуратненько. Так, какие-то плиты, блин, я их вообще капец боюсь. Оп, перепрыгнул. Да, страшновато тут. Оп. Аккуратней. Блин, это вообще жесть. Ой. Фу. Так, сейчас я пригенюсь, капец. Так, ладно, я, короче, тупо прыжки начинаю. Распрыжку, я прошел.
Ой, 2,5 сердечка. Отрегенься, отрегенься, отрегенься. Вот, вот в конце чисто распрыжечкой можно, конкретной такой, все. Mm-hmm. Так, опять огонь, опять огонь. Ну, огонь вроде, блин, я бы сказал, огонь-то не сложно, но с тем количеством хп, что у нас? Ай! Все, я подгорел. С таким количеством тяжело. Я добежала, кстати, так, жива. Бегу, 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 бегу. С камерой монитор. Так, ну-ка. Оп. О, капец. Так, ну-ка. Какая-то комната, цифра 49, 49. 49. 49, 12, 49. Блин, нам обратно еще надо? Круто. Блин, нифига ты тут пробегаешь. Главное, в лаву не упадите. Да-да-да, там главное в лаву не упасть. Пошло. Все, ладно. О, он нам как горячие пирожки приготовились. Жесть, вот это вот испытание, я реально понимаю. Так, а нам еще обратно, что ли, надо дойти? Видимо, да, нам нужно вернуться. А, хотя вот тут... А тут нельзя пройти? Не, походу, тут нельзя пройти. Походу, идем... А, во, смотри, тут... Не знаю, я туда не хочу идти. Так, а хотя у нас зелье... У нас же огнестойкость еще есть. Ну-ка, давай. Оп, все. По красоте сделали. Так, Гуля? А Гуля, ты вот, где? Смотри, Гуля прям угадала. Всё. И мы вышли прямо на выход. А я забыл код, кстати. Подождите-ка. 49, 12, 49. Все, выходим. Все, свобода. Ну что, в принципе, по-моему, очень даже неплохо. Нам опять хп убавил, у нас 2 осталось. Да, у нас 2 хп, но мы выбрались. Мы смогли все-таки выбраться, у нас это получилось. Ну и что же, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видосы. С вами был я, Спайк, Гуля, Леон. И сегодня нас пытался завалить пила Фокус. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Все, спасибо за просмотр, всем пока. Пока. Всем пока.